Матери троих детей, которые застала тяжелые дни во времена Великой Отечественной войны, сейчас 104 года. Жакабай Бисенгалиева родилась в селе Кызылсу Хромтауского района в многодетной семье. Еще маленькой девочкой она жаждала новых знаний. Но из-за отсутствия в школе учителя и тяжелой ситуации в семье ей пришлось возделывать землю и выращивать овощи. А когда она вышла замуж, в дверь постучалась война. Когда началась война, перед уходом на фронт муж разрешил мне вернуться к себе домой и ждать его возвращения у родителей. Но я не согласилась, ведь это считалось позором для всей семьи. В ауле остались только старики, женщины и дети. Я устроилась библиотекарем, что позволило мне расширить мои знания, мой интеллект. Когда все трудились для фронта, Жакабай села за рычаги трактора. Зимой возила сено для скота. Сейчас бабушка живет с сыном, воспитывает троих внуков, семь правнуков и хочет, чтобы в нашей стране царили мир и благополучие. Всего в нашей области проживает 14 женщин, возраст которых превышает 100 лет. Каждый сегодня приехали члены партии «Нур Отан» с подарками. В прошлом году мы поздравляли бабушку Жакибай с Международным женским днем. В этом году также приехали с подарками. Она нас узнала, поцеловала и дала нам свое благословение. Хотелось бы поздравить всех с весенним праздником и пожелать здоровья всем матерям. Аймира Таутенова, Алексей Уразов, программа «Факт».